На телеканале ЛАДА специальный выпуск программы Формула безопасности и я ее ведущий Роман Королев. Сегодня у нас в гостях концептуальный аналитик, публицист и экономист Виктор Ефимов. Виктор Ефимов. Здравствуйте. Евгений. Здравствуйте. Давайте поговорим об истоках мирового, мирового финансово-экономического кризиса, метрологической несостоятельности, о роли судного процента, о переходе от золотого к энергетическому стандарту, обеспеченности валюты. Ну, экономика – тема такая достаточно емкая, и, конечно же, наверное, если как что-то об этом говорить, то это уже отдельная программа, но, тем не менее, мы попробуем сегодня вот на таком качественном уровне что-то обозначить. Понимаете, я как метролог, который диссертацию защищал по проблемам измерений, для, конечно, для меня все происходящее просто ну, неимоверно глупо и наивно. Ведь вроде взрослые люди. Но Менделеев в свое время сказал, наука начинается там, где начинают измерять. И вот мы говорим об экономике как о науке. А в чем мы измеряем-то? Так я вам, как метролог, могу сказать, что измерения начинаются точно так же, как начинается наука, только тогда, когда есть единица измерения экономических величин. Ну вы представляете, мы бы измеряли длину, но э, каждый бы измерял каким-то своим машинам. Метр, но однажды выбрали вот это метр, он мог быть таким, может быть таким, каким угодно, но на старте должна единица, эталон измерения, и вот таким эталоном э, должен выступать какой-то товар. Раньше выступал, значит, когда-то зерно, шкурки зверя там. У разных народов разные, там так сказать, ракушки, потом металлы, потом золото. А сейчас ничего. Сейчас, сейчас говорят, доллар. А что такое доллар? А никто не знает, что такое доллар. Доллар утратил сегодня 96% своей покупательной способности. Вот с того момента, как, как он был введен. А как, ну вы представляете, вы измеряете э, в механике длину а метр у вас сократился в 25 раз, ну, и как, какой у вас в механике получится единство? Как вы соберете детали, которые изготовлены там во Владивостоке 5 лет назад и в Калининграде сегодня, там, ну, невозможно. А вот в экономике мы пытаемся представить некий экономический механизм, когда нет единицы измерения экономических величин. Это, конечно, первая проблема, вот отсутствие эталона. Эталон, конечно же, сегодня должен быть, безусловно, киловатт-час электроэнергии или просто, ну, не обязательно киловатт-час, можно тонна условного топлива, можно, значит нефтяной эквивалент. Но дело в том, что там все автоматом пересчитывается один в другое через теплотворную способность топлива. То есть, если вы взяли киловатт-час, а почему киловатт-час? Да потому что он и в Африке киловатт-час. Нефть может быть разная по качеству, там, по сортам и так далее. Газ точно так же с примесями. А киловатт-час очень прост. Поэтому вот на уровне обыденного сознания, на уровне той самой кухарки можно понять, что измерять-то в чем-то надо. А, значит, а на уровне мужей они там будут рассуждать, теории продвигать. Но это просто, чтобы навести тень на плетень. Потому что в действительности вопрос очень прост. Он не решается почему, а невыгодно, чтобы было все понятно и прозрачно. В мутной водичке только можно вот творить то, что творится сегодня. Когда один картошку сажает и копает ее, работая с утра до вечера, а второй просто бумажки перекладывает с одной полочки на другую, на другую и говорит, что у, у меня бумажек стало в два раза больше. А оказывается, это те же самые бумажки, которые достаются тому, кто картошку копает. Но одно дело спекулятивные доходы, а другое дело доходы получаемые э, из э, дела, из э, труда. Это же совершенно разные процессы. А у нас это все запутано, объединено. Ребята, если вы хотите, как спекулянты, что-то зарабатывать, так это другая стезя уже. Вы тогда эти бумажки-то не путайте с теми, которые достаются через пот и кровь. Вот поэтому природа денег, она сегодня такова, что все здесь запутано. Ну и самые главные понятия, такие как, допустим, экономика и хрематистика. Во времена Аристотеля шло жесткое разграничение. Экономика, эйкодом, дом хозяйства, номос правила. Экономика это правило ведения хозяйства. А хрематистика это что такое? А хрематистика это наука о богатстве, как сделать деньги. Она с трудом не связана, потому что деньги можно делать обманом и прочее. И вот, к сожалению, сегодня казалось бы, человечество вышло на какой-то разумный уровень. Но в действительности то, что происходит, это глупость чистейшая. Ну, просто это даже анекдотом не назовешь. Когда, значит, подменили хрематистикой всю экономику вообще. И говорят, что главное сейчас зарабатывать деньги. Ну, а как? Естественно, через обман-то проще, чем трудом-то добывать. И получается, что сегодня вот этот основной вопрос, который и губит земной шарой человечества, он и является первичным. То есть что вышло э, на повестку дня за номером один? А вот как раз предоставление денег под процент. Предоставление денег под процент в действительности в истории человечества к этому отношение было самое разное. Известны периоды, когда предоставление денег под процент каралось смертной казнью, реально, смертной казнью. Вот. Если вы возьмете Коран, Сура 2, Аят 275, там жестко, однозначно говорится, что нет более страшного греха, чем предоставление денег под процент. Вот просто это самый страшный смертный грех. А если мы берем, допустим, нынешнюю ситуацию, то это рассматривается как одна из разновидностей бизнеса. А возьмите того же Пушкина, и далее мы пошли, и страх обнял меня. Бесенок под себя, поджав свое копыто, Крутил ростовщика у адского огня. Горячий капал жир в копченое корыто И лопал на огне печеный ростовщик. А я поведай мне всей казни, что сокрыто. Вергилий мне, мой сын, сей казни смысл велик. Всегда стяжание имея в одно в предмете – Жир должников сосался и злой старик, и их крутил безжалостно на вашем свете. Поэтому вот в этом вопросе ни в коем случае нельзя разжигать вражду и ненависть к каким-то категориям людей, какой-то специальности, какой-то профессии. Речь идет о том, что мы заблудились в концепциях, в основах. Не люди виноваты. Это есть такая профессия банковская, да, и люди честно делают то, что им положено то, что им положено по уставу, по должностным обязанностям. А проблема-то в чем? А проблема в порочности концепции, которая заложена в основу этих структур. Потому что концепция, она порочна по математическому определению. Дело в том, что когда вы начисляете процент на процент, то вы получаете экспоненциальную зависимость. Просто лак этот будет или больше, или меньше. Ну, всем известен этот расчет. Если бы в год рождения Христа вы положили бы на счет в банк 4 цента, ну, это считали американцы, поэтому я на их пример ссылаюсь, вот Маргарит, э, Кеннеди такая была, она считала эту всю арифметику элементарную. То за это время вы бы сейчас на момент, когда она это считали, считала, вы бы уже должны были стать владельцем десятка земны, э, земных шаров из золота вот такого масштаба. При, то есть вы понимаете, априори заложен механизм, который невозможен к существованию. И вот этот обвал, он происходит потом подтягиваются такие, говорят, ну вот там это, да, циклы там Кондратьева, это вот еще что-то там. Да не циклы Кондратьева виноваты, виноват процент на процент. Если у вас процент 6 процентов, то у вас это все рухнет там через 20 лет. Если вы введете 10 процентов, то рухнет через 15 лет, ну я условно, я не называю цифры, я говорю о том, что не может развиваться экономика, у которой заложен процент на денежный. Это просто априори. Поэтому, если вы посмотрите на историю человечества, даже вот последних лет, то увидите, белая полоса, черная полоса, белая полоса, черная полоса. Поэтому, когда планируют, допустим, нашу экономику, и говорят, вот мы там к 2025 году достигнем такого уровня, а вы заложили кризис-то, кризис, -то? кризис это же не случайность, это просто э, абсолютно технологически необходимый этап, потому что у вас процентная экономика, она не может развиваться. Это же экспонент. Она может раз и рухнуть, раз и рухнуть. Просто периоды между одним обрушением и вторым, они определяются размером судного процента. Вот и все. И вот когда нет понимания вот таких примитивных элементарных вещей, а ведь для этого не надо владеть высшей математикой и не надо быть физиком, как я, это просто понятно на уровне арифметики, ну не знаю какого там пятого шестого класса, наверное, там, по-моему, сейчас такие проходят вещи. И вот настала пора сегодня простым людям вот в этом разобраться, а дальше невозможно будет управлять, когда это будут понимать все. Еще в свое время. Один из американских президентов э, далекого прошлого сказал так, можно дурачить всех, но недолго. Можно дурачить долго, но небольшое количество людей. Но дурачить всех и все время, это невозможно, в принципе. Вот мне кажется, что сейчас как раз то, с чего мы начинали в соответствии с законом времени, Наступил тот момент, когда дурачить всех и все время уже невозможно.